Как говорят сами полицейские, в регионе впервые за последние 2 года снизилось количество преступлений, стало меньше хулиганов, сократились кражи. Глава региона лично присутствовать на празднике не смог, поэтому со словами благодарности обратился к стражам порядка с экрана. Вы встречаете профессиональный праздник с хорошими результатами. Сокращается количество преступлений, растет раскрываемость. Главная наша с вами задача сегодня – сохранить мир и стабильность в нашем крае. Люди ждут от нас оперативности, неравнодушия, неподкупности, справедливости. Хотят видеть вас на улицах, чувствовать себя под защитой. Уверен. Совместными усилиями мы сможем выполнить задачи, которые ставит перед нами президент нашей страны и наши жители. От имени губернатора особенно отличившимся сотрудникам вручили медали и награды. Еще более 20 полицейских получили благодарности от главы региона, ЗСК и руководителя главка. Для граждан полицейские – это власть, закон и справедливость. Именно от нас зависит порядок на улицах наших городов, спокойствие жителей и гостей края. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира и благополучия. С праздником! В завершении праздничного вечера со сцены гостей поздравили артисты Краснодарского края.